сегодняшним праздником. Зала. И Александр, у тебя, поздравляю тебя с днем рождения. Вот. Да. Всех благ тебе, здоровья, веселья, вот я коньяк. Это подсест этого мероприятия, чтобы вы знали, это юбилей 40 лет. Вы не отмечаете? Ну как это не отмечать, друзья, обязательно. Да нормально, можно, можно, все можно отмечать. 40 лет. Дорогие друзья, я поискал и пишу шутки. И мои капитальские друзья, что любят пиратские шутки. Сашка не убегает. Не убегаем. Пиратские, значит, давай пиратам. А что? Иголки нет, я тебе сказал. Нет, не пойду. Какая нафиг? Пиратская шутка. Пойдем пиратским друзьям. Однажды я в сон погружаюсь, заметил видение одно. Глядят на меня, хмыляясь, пиратские рожи в окно. А если я в книжке извиню, он кот, а он рыжий пес, а он одноногий Джон Сильвер. Какой же вас ветер занес? Расскажут, где были, что пили, и как им в морях повезло, как их корабли захватили, а столько пустили на дно. Смотрю на них, восхищенный. Вот детям достойный пример. Он шляпу снимает с поклоном, промерит вам. Здравствуйте, сэр! Желаете Рома Маклейна? Расскажет про Кубу, Тунис. Потом он предложит спасение. Ах, сэр, кошелек или жизнь? Я дивным восторгом согретый. Ну что за голодный век? Пират и мерзавец отпетый, но вежливый он человек. Порой тоска нападает, как все изменилось вокруг. Стыда и приличий не знают. Вернулся бы век, когда вдруг. С тех пор я во сне так восторжен. Снова видение одно. Пиратские наглые рожи глядят, ухмыляясь в окно.